но одновременно имеем примеры и цинизма. Только что мне сказали о том, что таксисты в несколько раз увеличили цены за проезд только потому, что люди не могут пользоваться метро. Я хочу сказать этим людям, эти деньги не пойдут вам впрок. Верните их, совершите на них добрые дела. Всякое желание приобрести на горе другого оборачивается горем для такого человека.